Сегодня у нас в гостях Илья Ильин, Антон Рукосуев. Ну как в гостях? Они уж чувствуют себя как дома, собственно говоря. А мы доброе утро всем! Всем доброе утро! Ну что? Всем привет! Мы сегодня с утра не случайно... Кролик такой подвижный. Фокусы с частями тела. Первый вы видели с хвостом, сейчас с ухом. Смотрим на мое левое ухо, видно хорошо для начала. И ухо оттягивается, а и обратно целое. Но эти и другие фокусы с частями тела покажет Антон сейчас. Антон, пожалуйста. Мне нужно стульчик. Сегодня мы резкие, как пули дерзкие. Так, карточные фокусы. Мои любимые. Любите ли вы карточные фокусы? Обожаю. Так, люблю их я. Пару интересных фактов о картах. Они разные с одной стороны. Так, и одинаковые с другой. Вау! Это пушка! Сразу же два факта. Ты сегодня стреляешь панчами, конечно, Антох. Катя. Да-да. Вспомни, пожалуйста, свое стоп-слово. Это... Ой. Ой, неплохо. Так, смотри, я буду делать вот такое движение. Фр. А ты в любом месте говоришь «ой», где остановили, там мы тормозим, снимаем верхнюю карту, и с ней будет взаимодействие. 3, 2, 1, поехали! Ой! Здесь ты. Откуда этот театр сценического переигрыша? Вот твоя карта. Три зарплаты. О. Это моя карта? Да. Теперь мы сделаем ее уникальной, так, чтобы она отличалась от всех, поэтому... Мы отделим от нее уголок, держи, у тебя будет эта часть, а уголок прямо сейчас исчезнет. Более того, давай так, убери ее в левую ручку, а правую ручку наряди, пожалуйста, вот в этот вот прекрасный костюм. Итак, внимание для вас, дорогие друзья, исчезновение уголка. Поехали. А теперь, Кать, ты в перчатке, неспроста же. А проверь, пожалуйста, что я не спрятал нигде за щекой уголок карты. А он действительно такая решительная. Ну ты внимательнее смотри, тщательнее, пожалуйста. Все, ничего нет. Дай только волю. Все? Я думал, очень номинально, знаешь, Катя просто заглянет так вот и все. Она прям по-честному взялась так взялась. У меня аж приятно стало. Итак, внимание. Я могу снимать или еще что-то? Нет, тебе хорошо. Итак, внимание, прямо сейчас я покажу вам трюк. Мы достанем этот уголок. Итак, внимание, поехали. Ой, я не смотрю. Ой-ой-ой-ой. Что это такое? Вот эти ваши... Короче, уголок потерян, безвозвратно. Кролик Рукосуев, это еще не все, что ли? Да, кролик потерян безвозвратно. Кролик. Кролик тоже потерян. Уголок потерян безвозвратно, но я продолжу этот фокус часов через 20, в субботу, получается. Хорошо. А я могу продолжить его прямо сейчас. Да. Давай, сделай красиво. Карта в подарок. Ты можешь прям проходить, вон, нести наш пакет. Это что? Карта? Отлично. Давайте немножко забудем про кролика, а перенесемся мы к другим, чуть попозже, к другим животным. Этих животных я записал вот в этот блокнот. Тут разные животные. Это кто? Заяц. Мы зайца не будем выбирать. Почему? Потому что у нас есть кролик. Кролик. Давай убедимся, что там есть разные другие животные. Громко вслух говори, что видишь. Олень, тигр, сова, акула. Да, я тоже хочу участвовать. Смотри, да, да. Журавль, медведь. Все. Хочешь участвовать? Конечно. Тогда пока подумай, цвет какой-нибудь загадай. А тебя попрошу, Катя, открыть просто в любом месте любое животное. Вот открыть, глянула животное. Вот, все, здесь видно животное? Да. Знаешь его? Конечно. В камеру покажем? Все, все честно, убрали. У нас есть цвет какой-то, правильно? Да. И есть животное. Так. Это любой цвет? Это любой зеленый цвет, правильно? Да, все да. Верно. Все, это ленточка, подержи ее, пожалуйста. Так. Также у нас есть... Че, правда зеленый? Зеленый, это чудеса. Зеленый. Мы же не договаривались ни о чем. Нет. Ладно, на самом деле не в этом фокус. Я подговорил тебя, да, зеленый цвет. Но насчет оранжевого шарика мы точно не договаривались, правильно? Это точно, это правда. Одно животное совершенно было, да, ты выбрала одно, да, какое-то. Да. Сейчас я его, не знаю уже какое, могло быть любое. Сейчас я его из шарика сделаю. Это и завяжу ему бантик зеленый. Это червяк был, я угадал? Ну, давай попробуем, смотрите. Очень быстро надуваем шарик. Иногда магия выглядит как насос и звучит так же. Ну, это, конечно, эту шутку я украл у кролика. Так, да вам. Спасибо. Я усложняю себе задачу, и животное буду делать за спиной, не глядя. Внимание.
Ой, еще раз. А есть еще шарик? Конечно же. Есть! Поехали дальше. Это можно бесконечно. Тише, Катя, это магия. Катя, не бойся. Наверное, просто нужно надувать. Не всех поменьше. Заканчивали, кто-то и Слизерин. Что такое? Так, ладно, давайте тогда. Когда не получается, можно воспользоваться магическим надуванием. Подожди, Илюх, есть вот такое. Катя, убедись, не бойся, расслабься. Нет ничего в пакете, пусто. Покажем всем пустой. Я беру остатки шарика. Ну, наконец-то, твой выход. Давай, клади сам. Прям можно положить? Да. Ну, шикарно. И чуть-чуть волшебного воздуха. А теперь не волшебного, а обычного воздуха, но не менее прекрасного. Подуй, пожалуйста, внеси вклад. Он отрвется. Да. У нас собака будет без головы. Собака, да, была? Да. Почти. Это собака с зеленым бантиком. Собачка была, правда? Животное да. Какое? Да собака, честное собака. Слово. И смотри, что во рту у нее, посмотри. Карта. Король. Чего? Череп. Посмотри, именно тот оторванный. Покажем в камеру. Это мачо! Собака без ног, карта без уголка. И ведущие... Без дара речи. Без дара речи. Это наша база. Работаем. Спасибо.